Как жизнь у Крейга? Чё как жизнь у Крейга? Спрашивается. Привет. Что было? Почему? Почему? Очень охуенно рассчитал тригонометрию. У вас-то бомба, да, но вот сейчас Игорь взял и закрыл себе обзор с одной стороны. Чтоб закрыть ему обзор на мою сторону. Логично. Хочешь прикол? Это найс, это было найс. А что ты фул? А дверь открыть? Нахуй? Ой, загорелся по-любому. Загорелся, Вася, он загорелся в любом случае. Да. Вася, зверь просто, блядь. Горящее чудовище. Аркаш, что сегодня все в силе? Зал? Нет. Боже, а что ты имеешь в виду? А, сауна? Да какая нахуй сауна, ебало бить жирной мрази, алло, блядь. А, блядь, я в охуе. Да, конечно, поедем. Ну, Вика вернется через час-полтора, и тогда поедем, да? Коряк, Вась. Да, поедем. Давай я сейчас пожру и покатаю, если вы еще будете катать. Блядь, а что за жирная мразь? Я в Канаде, вам далеко ехать. Все, я позвоню позже. Сейчас умрет, сейчас покинет, погибнет. Он, по-моему, не умрет сегодня вообще. Да подожди, что? Что? Да. Что? Что? Джиу-джитсу. Вы что, не смотрели фильм про Гарри Поттера? Дэвида Блейна смотрели? Прямо перед вами. У них наши патроны. Арсен, ты нахера все патроны забрал? Да, блядь, ну у меня патронов мало, алё. У меня мини. Где эти твари? Почему у меня такой большой прицел, блядь? Что это за хуйня? Как он вас выебал всех, алло? Всех троих сбил. Это пиздец. Красиво задавил. Пацаны, идите нахуй. Кроме нас никого не осталось. Одной пули. Паладина в одной пули, блядь! Такие конченые! Ой, блядь! Прикались, блядь. Эх, кстати, надо посмотреть. Ебать, Вась! Что это было? Такой конченый, блядь, это просто пиздец. Что происходит, блядь? Этот кусок дал накинул гранату и начал перепрыгивать забор со словами «Извините, меня убил». Вася, что с тобой вообще случилось, блядь? Ты видел себя, блядь? Пиздец, сорян, пиздец. Да закрой нахуй эту дверь! Да пиздец, блядь. Вася, ты можешь подойти бесстрашие? Я у Данила спрашивал, показал мне, а ты покажешь тебе бесстрашие? Показываю. Коцни, я сама открою, я убью. А как ты не сдох, пидор вонючий? Я не носил, просто я не могу. Шо один в таннеле, бэ. Поздно сказал, без головы, без головы. Да я не могу, у меня собака тут орёт, как ебанутый, он её режет. Я чё, блядь, да ёбаная псина, ёбаная. Лонг-ловый HP, guys. Минус псина. Можете ему донатами на нового пса теперь скидать. Да, это вообще пизда по-любому. Ебать нас его качественно выебали. Заметил, это даже деньги. Ты заметил, сколько их дохуя было на Б? Во-первых, их трое было, во-вторых, они закидывали молотов, когда мы не ходили ни разу на Б, блядь. Не знаю. Я не хочу, что они читеры, но хочется.
Очень сильно хочется. Я не хочу говорить, что я их маму ебал, но правду скрывать больше нет сил. Это такой долбоёб. Последний раунд, да. Ты там как на Б зажал, как зверь. В дверях, в окне, потом еще. Да я мужчина, а ты думал. Да все мужчины тут. Ну нет. Да-да, кто не мужчина. Пока Игорь курит, он абсолютно. Долбоёб, я сижу тут слушаю, блядь. Как не попал? 76! 76! Хорошо. Я так испугался. Я сделаю рекламную интеграцию в Fallout 76. Просто... Всем привет! И да, я знаю, я проебал предыдущую неделю, но у меня просто не из чего было делать ролик. Так получилось, бывает. На следующей неделе ролик обязательно выходит. Ловите меня на слове. С вами был Крейг. Всем peace.